Всех приветствую на канале Дороги Михаила Илюшина. Приглашаю прогуляться вместе со мной по парку Симхоз Кировского района, который еще не доделали. Это предыдущем сюжете как раз показывал, как дошли до улицы Семеновой. Теперь вот входим в парк Симхоз. Этот день обмен возврату не подлежит. Все как обычно, и говорю, как всегда, в Рутюбе, в Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, где кому как удобно. Практически без вот монтажа, так чуть-чуть я урезал, и всю прогулочку, как мы идем, не торопясь. Посмотрите, если увидите там маленьких утят. И вообще, как это? Жалко, что не передается в воздух, не передается вот это само ощущение прогулки. Ну, что могу, как могу, вам показываю и приобщаю вас к нашим прогулкам, которые мы вот гуляем. Вот эмоционально руками я опять махаю, но это учусь делать такие сюжеты, потому что больше-то у меня сюжеты в машине на велосипеде, там руками я не махаю, а здесь вот так вот гуляю, и иногда вот мои руки попадают в кадры. Ну что ж теперь, давайте смотреть и гулять вместе с нами. Смотрим. Да, вот такой обвал, или сказать, оползень. Смотрите, как вот все. Так что вот так вот. Да, этот сюжет выходит 25 мая. В мое день рождения я его выкладываю. В этот день я как раз тоже куда-то поеду, буду ехать. Потом вам показывать дороги и еще что-нибудь. Так что имейте в виду. Спасибо всех за поздравления. Заранее благодарю. Надеюсь, будете поздравлять. Я не выпрашиваю, я просто вам говорю. Просто это такая дата у меня круглая, которая не повторяется. Она раз в жизни бывает, каждый год. 55 лет, это вам не хухры-мухры, как говорили мне мои родственники, помню. Ну, вот так вот. А сейчас уточек посмотрите, если увидите. Маленькие такие, как игрушечные.
И мама удочка там с ними. Но я, мы долго стояли, смотрели, я уж не буду вас задерживать внимание на них. Просто вот если вы видите, вот они тут на бревнышке, вон они. Вон плавают махонькие. Жалко, что камера не увеличивает. Зума нету. Ну вот как-то так. Интересно наблюдать за ними. Она их учит, как умываться. Вот. И они повторяют все за ней. И еще и плавают. Такие манюсенькие. Ну и пошли мы дальше гулять.
Ну вот, заканчивается прогулка, сейчас выйдем, дойдем, где мы заходили. Конечно, не весь вам парк показал, но он еще и недоделанный, как бы недостроенный. Сами увидели, что обвал есть какой-то, там оползень. У нас обвал, Пятигорский провал, то есть тоже что-то есть такое общее. Так что вот так вот прогулялись. Очень там... нам нравится, то есть какое-то вот такое место, где слева дорога, там дома, а попадаешь в какой-то мини-лес, где дубы, где клены, где деревья, где все, где водичка, где уточки плавают, черепашки. То есть очень нам нравится тут прогуливаться вечерами. Вот такая была прогулочка, еще раз говорю, и следующий будет у меня сюжеты, анонсом говорю, по Саратову, по Ленинскому району. Разобью этот день, там, 18 мая мы ездили на рыбалку, вот вам покажу, куда мы ездили на рыбалку. То есть выкрадываем денечки, какие теплые, какие без ветра и без дождя, в мае. Вот получается так. Да, этот парк, как сами видите, что-то... пошло не так, и на этом пока строительство там не ведется. В прошлом году велось, может, из-за того, что вот пошел этот оползень, может, из-за этого тормознули и решают, что дальше делать, потому что вообще никаких движений, как вот в прошлом году делали, много так все сделали, свет поставили и камеры повесили. Ну, пока вот что-то, как говорю, пошло не так. Надеемся, что все-таки добьют этот парк до конца, сделают его из него конфетку, изюминку Кировского района, поселка Солнечного 2. Где вот можно гулять, кататься на велосипеде вот по кругу. Но я вам уже неоднократно тоже показывал, как катался на велосипеде. Так что ждем продолжения строительства. Хотя уже потихонечку даже доски начинают там где-то ломать. Но это опять же наша молодежь, которую руки-ноги чешутся. А так вот, трава, тоже кто-то написал, вот не косит траву. А как можно косить траву там, где идет строительство и объект еще не сдан? Да, и опять же вот мои руки,
Ну, эта камера была на груди, я сделал ее там, закрепил так. И вот, получается, вот можно и ходить, и разговаривать, и снимать одновременно. Очень удобно. Сколько мосточков, очень по ним мне нравится гулять. Идешь, амортизирует нога, не как по асфальту или как по бетону гулять. То есть и вот лес там. Это надо пройтись, надо прогуляться. Кто рядышком живет, приглашаю. Приезжайте и гуляйте. Ходите, живите, радуйтесь. Ну вот на этом заканчиваю сюжет. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. Не болейте. Оставайтесь со мной. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока.